художественном музее города Иваново открыта выставка работ заслуженного деятеля искусств РСФСР Ильи Сергеевича Глазунова. За первые 5 недель ее посетило более 80 тысяч зрителей из Ярославля, Горького, Костромы и Владимира. На полотнах Глазунова неповторимая красота родной земли, ее героическая история. Талант Глазунова многогранен. Интересны его иллюстрации к произведениям русской классики. Особый отклик в сердцах зрителей вызвали работы вьетнамского цикла, направленные против войны и насилия. В творчестве художника Ильи Глазунова большое место занимают портреты наших современников.